Но самое главное, что я считаю для нас важно, для каждого нормального человека, который обладает интеллектом и уровнем культуры какой-то определенной, понимать, что у нас всегда есть риск вкатиться в депрессию, если мы не будем знать, как предупредить ее развитие, если мы не будем использовать такие психологические инструменты, которые позволяют нам чувствовать себя по жизни более счастливыми, более уверенными в себе, ощущением вот этой перспективы, внутренних сил. И задача это, конечно, профилактика депрессии. Вот, потому что сейчас, вот в нынешних обстоятельствах, я вот просто, я клянусь вам, товарищи, все находятся в состоянии субклинической депрессии. Субклиническая, это значит, она еще не болезнь, но капля какая-то там капнет, чаша переполнится, и вы, значит, бодро из субклинического в клинический уровень депрессии перейдете. И вот это, вот этого бы хотелось избежать. То, что бороться с депрессией всегда тяжелее, чем ее предупреждать.